Космический спутник, робот-хоккеист, машина, выдающая деньги за разделение мусора. В Химках школьники представили свои изобретения. Пятиклассник Егор Свирит увлекся робототехникой 2 года назад. Недавно на Кубке губернатора занял 2-е место. Сегодня он представляет свой новый проект. Мой робот умеет сортировать по цветам разные вот такие кубики. И в зависимости от какого цвета, он или отвозит их по разным местам, или говорит, какой это цвет. А Александр Морозов уже учится в 11 классе. Месяц назад он вместе со своей командой стал победителем международного конкурса детских инженерных команд, который проходил в Санкт-Петербурге. Ребята обошли почти 400 участников со всего мира с проектом «Микробный топливный элемент», который позволяет получать электричество из микробов. Вот этот цилиндр помещается в чистая вода, и снаружи микробы. Между этим цилиндром и остальным пространством у нас целлюлозная прослойка, чтобы микробы могли подавать электричество, протоны в нашем случае. Свои проекты ребята презентовали главе городского округа Дмитрию Волошину. Он внимательно изучил каждый, отметив, что инициативу молодых ученых будут поощрять и поддерживать в администрации Химок. Мы еще раз сегодня подтверждаем слоган о том, что Химки – это высокотехнологичный, развивающийся муниципалитет. Современный город, и с такими талантливыми нашими молодыми химчанами мы будем развиваться намного быстрее. После презентации юным изобретателям вручили подарки. Не обошли вниманием и тех, кто открывает таланты ребят, учителей и родителей. Их отметили благодарственными письмами. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.